Не пройти, не проехать. Из года в год с наступлением весны одной из самых актуальных проблем для жителей Нарьян-Мара становится непроходимое оттаяние снегодороги. Особенно проблемными считаются отдаленные от центра улицы. Так, например, уже не первый раз к нам в редакцию обращаются жители микрорайона Мирный. Александра Литкова расскажет подробности. Сваленный в кучу снег вдоль заборов в микрорайоне Мирный – привычная для жителей картина каждую зиму. С приходом весны вся эта масса тает, образуются огромные лужи, которых могло бы и не быть, если бы снег вовремя вывозили. Заявки на уборку жители Мирного оставляют чуть ли не каждый день. Получится, Егоров. Здравствуйте. Добрый день. А можно заявочку оставить по поводу вывоза снега? Слушаю вас. Да, поселок Мирный? Да. Так, и меня конкретно интересует переулок Рождественский. Там у вас вывести снег надо. Ну, вывести снег надо тут не только с Рождественского, конечно. По всему Мирному вывоз снега осуществить надо. Лужи к вам, все-все-все, ваша фамилия? Носов. Поедут к вам. Сегодня ваша заявка принята. Из-за некачественной уборки снега дороги заужены, поэтому две машины с трудом могут разъехаться. Также сложно пройти с коляской или детскими санями. Они съезжают на дорогу прямо под колеса машин. Это переулок Высоцкого. Снежные кучи не убирали здесь ни разу за всю зиму. И так по всему микрорайону. Техника иногда приезжает, но разгребая переметы с дороги, оставляет сугробы вдоль улиц. Уборка снега производится там после метели, да все, она производится, но производится только расчистка в стороны. Вот. А вывоза снега не производится. То есть вот ежегодно вот на этом месте лужа где-то, вот, ну, примерно, наверное, отсюда будет лужа и до подъема. Вот. То есть со всех, с двух-трех улиц стекает, и здесь, как говорится, главная дорога. И... Откачки воды здесь тоже нет? Нет, ну когда уже начинаем жаловаться, ежегодно это происходит, сюда ставят людей с мотопомпой и, соответственно, откачивают за бордюр. Происходит это обычно после большого количества звонков в предприятие «Чистый город», который и должен заниматься вывозом снега. Между тем, на предприятии считают жалобы горожан необоснованными. Все работы по уборке ведутся согласно муниципальному заданию и разработанному графику. На все заявки стараются реагировать оперативно. Работы в микрорайоне Мирный запланированы на этой неделе ориентировочно на среду. Но так там, ну, согласно графикам, проводятся работы по сдвижке снега, по расчистке как автомобильной дороги, так и междугородных проездов. Как пояснили в «Чистом городе», ежедневно на уборку снега и откачку луж на улице окружной столицы в две смены выезжает до 13 специализированных автомобилей. Уже на этой неделе к работе приступит новая коммунальная техника. Предприятие закупило многофункциональную машину на базе «Буханки». Общая стоимость – чуть больше 3,5 миллионов рублей. В «Чистом городе» отметили, что главное достоинство коммунальной техники – это ее компактность и маневренность. Данная техника предназначена для расчистки территории в труднодоступных местах, в том числе сразу для посыпки песком, тротуары или междворовые проезды. Малые габариты способствуют работе в местах, где крупная техника не может совершать, проводить работы. Кроме этого, на весенний период на предприятии увеличили штат сотрудников для того, чтобы работы можно было проводить в две смены. Александра Литкова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».